У кожного з нас є свої страхи. Вони супроводжують людину протягом усього її життя. Що ж стосується дитячих страхів, найбільше вони бояться підступної темряви і диких тварин. Поза увагою не залишилися і вампіри. Я боялась салюта, коли була маленька. А тепер? А тепер я не боюсь. Я боюсь, коли мама включає світ, то у мене там такі бабай приклеєні. Где приклеены? На стенах. И они, когда включают свет, они светятся. Мне страшно. Я когда выключала свет, мама мне читала молитву, еще ударила по глазу. Страшно мне было. Еще плакал, умыл глазик и пошел спать. Когда мама выключила свет, еще боялся темноты, когда мама укладывалась сама спать. Я боюсь, я когда выключаю свет, я боюсь темноты. А почему? Потому что когда я была маленькая, я боялась, а еще не перестала бояться. А что в темноте нужно быть? Да, мне на стене там такие я налепила. Там такие светлячки на стене, страшилки. Я когда это лежу просто, я их боюсь. А убрать их не можешь? Да, я их уже убрала, но вот это как уберешь, они все равно будут видеться. Я боюсь, малка, какой страшный кусать. А я боюсь вампиров, коли він вибиває кров з шиї. А ти видів? Просто не видів. Я боюсь медведів, вони кусаються. Нічого. Откуда ти знаєш? А я по телевізору видела. А я боюсь собак, які кусаються зубами. Я боюсь волка. Я боюсь темноты, я стала быть. Я все больше ничего не боюсь. Я боюсь сама дома оставаться. А я не буду сама дома оставаться. Я все больше темноты боюсь. Я боюсь, чтобы никого не трогали и не обижали. Я боюсь, что деток не были. Я боюсь и темноты. Почему? Потому что мама с папой смотрят ужасы. Я боюсь Баба-Ягу. Потому что я смотрю страшные мультики. А почему ты смотришь страшные мультики? Там я люблю. Я боюсь смотреть классные фильмы. Я боюсь бабая. Ты их видел? А где они живут, бабая? В лесу. А я боюсь волка. Потому что они страшные и кусаются. Они любят есть грибы, мухоморы. А я боюсь медведей. Потому что она злее. А почему она злее? Потому что она в лесу живут. Я волка боюсь. Они страшные. Медведи, потому что они в лесу там далеко живут. Большие, там врящие вот такое, там где везде темно. Там нет солнца, потому что там же деревья всякие, потому что листья всякие там лежат. Там же никто не ходит, потому что все боятся леса, потому что там всякие лисицы ходят, медведи, волки, и все это
все боятся. Это очень страшно. Вообще это очень опасно, что они могут укусить. Я боюсь медведей и волков, и лисиц. Потому что они страшные. Я боюсь волков. Я боюсь еще медведей, еще лисиц. Я боюсь собак. Они кусаются. И может покусать, а потом надо лечиться. И очень больно. Я боюсь тоже собак, но больших. Маленьких я не боюсь. А я больших и маленьких боюсь. Потому что, ну, они большие больше кусаются. Потому что большие, они не как маленькие, не такие. Они больше, чем маленькие. Я боюсь собак и кошек, потому что кошек и собак можно раздразнить, а собака может покусать, а кошка поцарапать. А если ты к ним не будешь? То тогда они не поцарапают и не покусают. И верблюдов. Тут не когда... верблюдов. Верблюды. Когда верблюды, когда ты можешь сходить в пустыню, а верблюды, верблюды может тебя заколоть.